И вот результаты прошлого конкурса в обновлении 1.4.92. Победил Акира Курусу и получает приз в размере 600 алмазов. Однако, один победитель не получил призовые, и его выигрыш переходит в зрительный зал. В этом видео будет два победителя, а условия конкурса услышишь в конце видео. Мур, привет, друг, это Зверько и обновление 1.4.94. Что-то из этого обновления вступит в силу уже примерно 14-15 июля, когда выйдет обновление на основной сервер. Скины. 14 июля выйдет скин на Баксе «Роллер Хулиган». Облик будет стоить 599 алмазов. Я бы предложил назвать его «Сын Анархии». Забавная отсылка бы получилась. Хотя сам образ напоминает Акселя из Twisted Metal 2, который вышел в 1996 году. Ставь лайк, если родился позднее этого года, да? 17 июля выйдет скин на Линга «Тень дракона». Как и другие драконьи скины, будет стоить 899 алмазов. It's not every day you see such a handsome dragon tamer like me. 21 июля выйдет скин на Нану, озорная малышка. Стоить этот облик будет 749 алмазов. А также 21 июля будет доступен облик на Ангелу, летнее настроение, стоимостью 749 алмазов. Напоминаю, что в первую неделю скидка в 30%. Ежемесячное изменение в магазине фрагментов. 15 июля. Магазин редких фрагментов. Уберут. Мия, Капитан Шип. Карина, Черная Жемчужина. Клинт, Рок-н-ролл. Харли, Королевский Магистр. Алиса, Паровой Планер. Добавят Франко, Конец Света. Алукард, Викант. Гассен, Кибер-Оператор. Фанни, Королевский Кавалерист. Ханаби, Огненный Мотылек. Магазин Героев. Уберут Хаябусу, Гассена, Кимми, Эстеса, Ханза и Машу. Добавят Фашу, Ангелу, Ван-Ван, Сесилиона, Кармилу и Баксия. А перед изменениями героев, время для спонсора этого видео. В этом месяце все футбольные топ-лиги возвращаются. РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выбирай крутые матчи. Для новичков есть крутая акция со страховкой ставки до $10, а также бонус на первый депозит по моему промокоду до $100. Изменение героев. Бардс – самый свежий герой на тестовом сервере. Зачем-то в английской версии переименовали в Барац, а ящера в Детона. Ну да пусть это останется на их совести. Скорость базовой атаки героя увеличена на 10% и сократили время анимации этой атаки. Пассивка. Каждый стак большого парня дает 3 физической и магической защиты вместо 6 и получает защиту 3% к контролю. Лимит стаков 25 единиц. Итого это плюс 75 универсальной защиты и минус 75% к контролю. Убрали бонус после 10 метки, который позволял набивать 2 стака на врага за удар. Зато усилили укус от пассивки вдобавок. Теперь этот укус будет исцелять Бардса на 8% от максимального здоровья. Урон и исцеление от крипов уменьшили на 50% для пассивки. Самоотхил для танка самое то, однако до него надо по одной цели нанести 5 раз урон. При стаках более 10 у динозавра начинает светиться хвост. Первый навык. Уменьшили урон масла, был 75-200, будет 60-160. Увеличили потребление маны, было 44-84, будет 50-100. Увеличили задержку между плевком масла и поджиганием смеси. Второй навык. Уменьшили урон, был 300-450, будет 200-350. Также увеличили потребление маны, было 65-115, будет 90-140. Увеличили время между приземлением ракет и их зажиганием. Однако, добавили отображение направления эффекта, что увеличит удобство в применении. Халид. Прирост атаки увеличен на 1,5 единицы. ХП прирост увеличен на 10. Второй навык. Изменили базовое исцеление. Было 75-125, будет 60-135. Изменили бонус к исцелению. Было 9-14%, будет 7,5-15% от потерянных ХП.
Уменьшение входящего урона теперь не 80%, а растет с уровнем от 60% до 80%. Так-то очевидное решение, которое долго рожали. Увеличили перезарядку с 22-15 секунд до 22-17 секунд. Ульте улучшили анимацию. Игрище с самоотхилом — это как мертвому припарка. Конечно, удобно между файтами лечиться. И можно танкнуть героя без контроля. Однако и в схватке Халид после нерфов неудобен. Лично мое мнение. Вейл. Первый навык общий. Уменьшили потребление маны с 90-115 до 75-100. Это хорошо для спам навыка. Второй навык в урон. Увеличена скорость урона торнадика, который останавливается на героя на 20%. Такой перевод на английском, однако, вероятнее, имеется в виду скорость передвижения самого торнадо. Ульта в урон. Исправлена ошибка с низким замедлением. Старички, наверное, помнят, каким классным он был при вводе. И если бы разрабы действовали более грамотно, то ввели бы его таким, каким он был на старте, подровняв урон в минуту к остальным магам. И вуаля, сбалансированный персонаж с гибкой системой прокачки. Знаете, почему меня не берут в отдел баланса? Я угрожал им молотом, всему отделу, за их косяки. Циклоп. Кажется, в отделе реворка кончился Герыч и начались отходники. Они второй раз пишут, что увеличили бонус для циклопа, хотя пропорции повышения такие же, как в обнове 1.4.90. Для второго навыка увеличивали бонус с 50-70% до 60-90%. Вдобавок, что разрабы пишут о Чонге. Мы думали, что игрокам будет сложно реализовать пассивку ша-частиц, поэтому установили высокие преимущества эффекта. Однако мы обнаружили, что примерно вдвое больше игроков, чем раньше, могут использовать этот механизм. И чтобы справиться с проблемой баланса, мы нерфим этот бонус. Напомним, что частицы — это проклятие, которое накладывается на противника. Итак, исцеление уменьшили с 8% до 6%, а скорость бонуса к бегу с 40% до 30%. Мне откровенно странно, сложно реализовать что, 5 ударов по одной цели? Тот случай, когда отдел баланса оправдывает свои отходники кучей объяснений. Гататкача. Пассивка. Увеличили исцеление после удара, заряженного яростью, вплоть до 33%. Приятный бонус. На этом изменения героев закончились, а я расскажу, как принять участие в конкурсе этого видео. Тебе нужно подписаться на мой канал, на канал Голос Зверько, хоть там пока и затишье, лето, все дела. Оставить под этим видео осмысленный комментарий, поставить лайк и поделиться видео в любой социальной сети. На этот раз я выберу двух победителей, и каждый из них получит приз стоимостью в 600 алмазов. С победителем свяжусь прямо в комментариях. А пока что смотри скины. Дата реализации, правда, неизвестна. Удачных боев тебе, друг. Only love and night are everlasting.